Дорогие друзья, добрый вам вечер. Вопрос был задан очень простой и такой практический, как бы не требующий больших рассуждений. Молодой человек со своей женой планирует какую-то поездку к каким-то интересным местам, и там им предлагают экстремальные виды спорта или развлечений, сказать по-нашему. Не люблю я слово «развлечение», но что-то одеваться. Там прыжок, идет речь о прыжке с канатом. Прыжок на резиновом упругом канате. Так человек стоит на краю пропасти или там чего-то. Прыгает там куда-то в никуда. Канат этот, естественно, его держит. Потом возвращает назад. И он благополучно куда-то приземляется. Экстремальные виды спорта. Ну, это не спорт. В данном случае просто, в самом деле, развлечение. А бывают экстремальные виды спорта. Восхождение на высокие горы. Сплав по бурным рекам. Когда люди плавают в шлемах, в спасательных жилетах, и неизвестно, что там с ними будет на ближайшем пороге. Ну и так далее. Много экстремальных видов спорта. Так вот, человек спрашивает меня, священника: батюшка, это грех или не грех? Можно или нельзя? И тут надо ответить, потому что в самом деле нечто такое неизведанное, и священник обязан как-то человека просветить здесь. Просвещение здесь откуда идет? Экстремальный. Само слово «экстремальный» значит «крайний». Ну, действительно, далеко не все прыгают там с парашютами у нас, на этих, на канатах там подвисают и сплавляются по бурным рекам, где вода белая кипит. Но у нас сразу в памяти возникает слово, популярное слово на сегодняшний день – это экстремизм, что служит просто поводом для уголовного преследования и посадки в тюрьму на долгие сроки. Так вот, крайность – это… Бывает разный. Бывает крайность уход за край, а бывает крайность подхождение к краю. Если вы стоите на каком-нибудь высоком берегу какого-нибудь обрыва, можете подойти к краю, с вами ничего плохого не будет. Ну, страшновато, так дрожат разные части тела, ну, загляните туда. Ну, а можете перейти через край, и тогда с вами простимся уже навсегда. Вот вам экстремальности, две разные экстремальности. Одна – дойти до края, а другая – перейти край. А где эта граница? Понятно, когда это уступ или пропасть, тут объяснять не нужно. А вот в нашей жизни где эта граница? Как мы нащупаем и определим, подошел я только к краю или уже перешел? Эта граница называется закон. Закон. Очень просто. Тем людям, которые предлагают там прыжок с канатом или что-нибудь еще, уж наверняка те, кто организует это дело, они заботятся о безопасности. И уж наверняка их этот аттракцион, будем говорить, он прошел все необходимые требования и удовлетворяет требованиям закона или правил. Ну, прыгайте на здоровье, что такого-то. Раз вы находитесь в рамках закона, все прекрасно. То же самое со своими, может быть, какими-то тонкостями, но все же. Относится и к альпинизму, и к водному туризму. Ну, там уже нет таких законов, поскольку это дело, может быть, не массовое. Но есть правила. Правила альпинизма. Правила водного туризма, всякого других добрых дел, которые люди совершают, да, действительно, подходя к краю трудностей, перенося разные испытания серьезные, все это идет людям на пользу. Все это здорово, все это очень хорошо, если соблюдены законы и правила. Ну, а если нет, простите меня. У нас сейчас хорошие очень идут такие рекламные ролики, не рекламные, так как бы сказать, ну, можно считать социальная реклама, а всяких дебилах, которые цепляются за буфера, эти тормозные площадки поездов, там прыгают на рельсы, еще что-то. Там очень хорошая картинка бывает, там идет какой-то юноша, потом хоп, все это переходит, переключается в черно-белый режим, и говорят, ну, до свидания, мол, прощайте, точнее, у вас тут похороним то, что от вас осталось. Вот и все, дальше объяснять уже нечего. Соблюдайте требования закона и правил, и ваша экстремальность останется на этой стороне. Доброй ночи.